Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Далее. Далее. Он 25 августа поделил видео. Видео, где ребенок дает Коран. И он успокаивается. И говорит, что он детям своим читал Коран. И, субханаллах, они успокаивались. Далее. Здесь прикольчик. Репостнул он. Кто это храпит рядом с малышом? Субханал. Оп, тишина. В общем, интересно, что не так. Ну, некоторые шутки его не понимают. Вот, может быть, ученый какой-нибудь шуточный расскажет опять, что не так в этой шутке. Субханаллах. В общем, братья и сестры, ставьте лайки, делитесь комментариями, отзывы оставляйте. Это видео, субханаллах, ну, попросили немножко про шейха. Вот в его Фейсбуке можете сами зайти и посмотреть.